We're gonna take this path out. Holy fucking shit! What the? Всем привет, с вами Готика, один из самых криповых каналов о паранормальном, жутком и необъяснимом. Смотрим выпуск до конца и пишем ваши впечатления. Номер 6. Команда исследователей паранормальных явлений в 2001 году столкнулась с чем-то ужасным и необъяснимым. Группа глубокой ночью отправилась на историческое место. В истории Америки это место значится как «Поля сражения, битва при Чипаве», находится в Канаде. В 1812 году в этом месте произошла англо-американская битва. Как рассказывает автор, у нас в группе был парень по имени Шон, и с ним что-то случилось, он потерял сознание, и по этой причине мы уехали оттуда. Когда Шона обследовал врач, он сказал, что причина потери сознания – обезвоживание и испуг. Потом мы посмотрели видеозапись и были в шоке. Yeah, I'm not seeing anything over here yet. Trey, you see anything? Nothing at all, man. Nothing at all. Alright. We got rustling in the bushes, but nothing. What the fuck is that? John? Hey, Sean, you there? Sean, call up. John, you there? Hello, what do you got? So we're by that tent, I think. I'm not too sure. I think it's... Holy fuck! Shit, fuck shot here, everybody. Help him up. Come up, quick. Don't worry about the fucking camera, just get him. Get him up, watch behind us. Yeah, right? Watch behind us. Keep it going. Don't worry about... Hurry up, let's go. Sorry. Oh, fuck. Alright, let's go. Мы видим прямо перед видеокамерой некий непонятный и расплывчатый образ. Но если приглядеться, то мне кажется, что на лице у этого фантома вырисовывается глаза, нос и подбородок. Может быть, это тот случай, когда призрака сняли в упор? Также удивительно то, что в этот момент у Шона произошло обезвоживание. Как это именно получилось и какими силами обладают эти призраки и фантомы, мне еще полностью неизвестны. Но я уверен, что сердце у парня точно пострадало от этого страшного испуга. Номер 5. В 2007 году группа исследователей паранормального, предположительно из Великобритании, выложили видео, где они обследовали некое старинное здание.
Один из участников делал снимки со вспышкой, и в один момент на камеру удалось зафиксировать нечто паранормальное. Привидение в облике мальчика в старинной одежде, как считают исследователи. Некоторые из них увидели женщину или девочку. На снимке мы четко видим человеческий образ. Скорее всего, мальчика в одежде середины 18 или в начале 19 веков. И я думаю, что возможно это фантомный отблеск тех времен, и вспышка смогла выделить эти очертания. Думаю, в этом месте есть некие нам неизвестные грани, пространства или силы, которые могут показывать фрагменты из прошлых событий и образов. Номер 4. Перенесемся в прекрасные и величественные горы Непала. В 1969 году альпинисты и исследователи Алан Берри ночью в горах Непала сделал странную аудиозапись, где слышно, как разговаривают некие существа. Многие исследователи феномена «Снежный человек» считают эту запись подлинной. Также некий пользователь интернета написал комментарий под этим видео. И как я понял, это слова самого Алана Берри. Со слов автора. «Я был в горах Непала на высоте 3400 метров. Перед Намче Базар. Ночевал в гестхаус. Ночью часа в 3-4 проснулся. В этот момент на улице, как и в помещении, не видно ничего. Кромешная тьма и лютая стужа. Больно дышать. Вдруг я услышал похожие голоса. Мальчик и девочка. Как будто разговаривают лилипуты. Они доносились со двора. Повторюсь, это гостевые домики на треке. Я сначала подумал, что это непальцы так общаются. Но позже мои друзья-альпинисты и шерпы подтвердили, что это речь Йетти. Номер 3. Эти видео выложены на канале, занимающийся исследованием и обзором разных паранормальных случаев. Двое молодых людей из Америки ночью исследуют разные кладбища и мемориалы, где, по легенде, обитают призраки. А в этом видео парни исследуют кладбище Роща Холостяков в Чикаго. Well, thank you for joining us at Bachelor's Grove. Really didn't see too much. We're gonna get out of here, and if anything else happens, we'll go. We're gonna take this path out. Holy fucking shit! Dude, what the fuck? Oh my gosh! Fucking death, dude! Stop! Turn again. Path out. На камеру попало некое странное и человекоподобное существо за могильной плитой. Судя по кадрам, рост у этого призрака маленький, а насчет подделка или нет, тут уже сложно сказать что-то наверняка. Навряд ли эти парни ночью поведут на кладбище маленького мальчика, чтобы снять постановочное видео. Сам же объект, на мой взгляд, двигается очень даже реально, относительно рядом стоящей плиты. Не похоже, что это монтаж видео. Не знаю, как вам, но мне интереснее изучать призраков на фотоснимках, чем на видео. Мне кажется, что фотоснимки фиксируют этих сущностей реальнее, чем видеосъемки.
Предполагаю, что процентов 70 всех фотографий в сети – это либо подделки, либо какой-то дефект, но остальные 30% имеют право на жизнь. К примеру, это старинная фотография мужчины и женщины, а справа, выше, проявился белый силуэт в образе женщины в широком белом платье. Лично я думаю, что этот снимок реальный. Не знаю, когда именно снято, возможно, в начале 20 века или даже раньше. А это фото снято, думаю, в начале 2000-х годов или в конце 90-х. Призрак в туннеле. А вы что думаете? Напишите ваше мнение насчет старых и новых фотографий с призраками. Номер 1. Обряд изгнания злых духов. Это видео я однажды показывал на своем канале, но это полная запись. Судя по дате на видео, снято оно в 1997 году, предположительно в Малайзии или Индонезии, а может быть где-то в Таиланде. Женщина Мак с помощью яиц проводит ритуал очищения одержимой девушки. Яйцо олицетворяет начало жизни, и этим экзорцист хочет выгнать всю негативную энергию из тела больной. Но в один момент что-то пошло не так. Девушка выпивает черную жидкость, и далее происходит то, чего никто не ожидал. Скорее всего, видео фейковое, ибо все происходит как в кино. Слишком по-голливудски, наверное. В реальной жизни это все есть, практика такая же, но выглядит она вот так. Это казахский бахсе, шаман, маг, проводит обряд изгнания злых сил из тела этого молодого парня. Этот метод пришел к нам из древних китайских практик, и нередко наши экзорцисты сначала читают суры из Корана над человеком, а потом переходят к подобным языческим и шаманским практикам. Спасибо за просмотр, с вами был Готика, один из самых страшных каналов о паранормальном и необъяснимом. До новых выпусков, всем пока!